Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Панда, и сегодня мы продолжаем играть в Сому. Мы с вами отправляемся на Тету, точнее искать путь на Тету. Я впереди вижу что-то сверкающее, моргающее. Что это такое? Давайте посмотрим, что это. Просто обойдем. Очень забавная штучка. Так, давай. Сейчас мы узнаем, что это такое. Это типа как... Это похоже на какую-то капсулу, мне кажется. А? Что? Что это? Спасательная капсула Кьюри номер 4? Эй, Саймон, вы меня слышите? Я вас слышу. Вы можете запустить... Минуту, сейчас попробую. Так, ну что, ребятки, мы с вами... Ой. Простите, не выйдет. Попытка не... Это капсула Кикори, с корабля, который ходил между Лямбдой и Лиссабоном. Кажется, рядом сам затонувший корабль. Может, внутри будет еще одна капсула? Вроде хороший план. Я сохраню охранную информацию и обновлю омни-инструмент. Здорово. В смысле? Ну ладно. На поиски корабля, ребятки. На поиски корабля. А где он может быть? Примерно. Где может быть примерно этот корабль? Кто-нибудь может мне сказать? Ну, наши приключения подводные начинаются. Вот только я и не понимаю, где может быть корабль даже примерно. Здесь потому что ни черта не видно под этой водой, блин. Ну ладно, будем просто идти по вот этим лампочкам. Может быть, это то, куда нам надо. Но это опять же не точно. Твою налево. Ну, друг, ну отстань. Ну кто ты? Ну что тебе надо? Хватит орать. Отстань. Блин, а куда мы идем? Алло. Прячься здесь. Надеюсь, нас не видно. Так, мне что-то... Что это? Кто это? Зачем это вообще? Катюха, мне страшно. Идем по траве. Может быть, он нас не заметит. Просто можно мимо него пройти незамеченным? Или же нет? Мне просто интересно, кто это или что это нас пытается напугать. Мы видели этого черта в этом... Как сказать, в той локации. Ну как, не в локации, а в этой... в Лямбде. Так, это то, что нам нужно? Я надеюсь на то. На это, точнее, что это нам... То, что это... Ну, все, отлично. Так, сзади никого нет. Чувак, может, ты дверь закроешь? Алло. Так, ну и что? Мы попали в корабль. Ну, давай, ну. Может быть, ты откроешь дверь? Давай, ты сможешь, Саймон, ну. Саймон, открой дверь. Саймон, как будто из Элвина Бурундуки. Кто смотрел, тот меня поймет. Так, чувак, ну, может быть, ты реально дверь закроешь? Как бы, ну, это корабль. И чё, как она открывается? Алло. Ну, серьезно, это корабль, вот. А, вот как он открывается, чё я туплю. Давай, Саймон. Закрой лучше нахрен эту дверь. Типа тут никого нет. Угу. Так что? А, лестница. Интересно. Довольно-таки интересно. А дальше куда? А дальше куда-то сюда. Я надеюсь, что здесь никого не будет, никакого скримера, ничего, потому что я этого не хочу.
А он тут может быть, потому что это старый заброшенный корабль. О, что-то мне, ребята, это все не нравится. Вот честно вам говорю, прям отвечаю. Типа, подожди, это окно? А, нет, нам точно не в окно, наверное. Так, то есть мы с вами прошли корабль и выходим просто в окно. Как-то было немножко нелогично. Или тут есть как бы другой корабль? Просто непонятно немножко. Что это за звук? Ладно. Где? Что? Я не понимаю. Ой, привет, друг. Атьян. Господи. Ну, мое сердцебиение усилилось. То ли это какой-то призрак прошлого, то ли это просто какой-то чертоган какой-то, который пытается меня напугать. Так, Кэтрин, блин, где корабль? Но музыка тут напрягающая. Довольно-таки. И прикол, что нигде ничего не показано. Где корабль? Тут карта вообще есть? Было бы прикольно, если бы тут была карта, но нет. Ее здесь нет. Мы просто... Я просто иду в непонятном направлении. Почему? Потому что я не знаю, куда идти. Кэтрин не дала никакие параметры, как выглядит этот корабль. А вдруг это, блин, не знаю, какая-нибудь маленькая посудинка, которая просто затонула. Чувак, у тебя есть фонарик, который под водой нифига не работает. Серьезно, блин. Пипец какой-то. Ну, если я иду, значит, нам сюда. Кажись, я понял, вот это вот корабль, не? Пожалуйста, пусть это будет корабль. Ну, скорее всего, да, это вот посудина, это и есть наш корабль. Большая махина. Но если это корабль, а не какая-нибудь заброшенная станция, но тут... Тут лестницы нету. Явно это корабль, и я что-то вижу. О, мы можем войти в эту штуку. Какая прелесть просто. Тут у нас лестница подготовлена. Значит, это то, что нам нужно. Поползли. Так. Тут работают красные кнопочки. Давай, давай, давай. Так, что тут у нас? Ладно, пойдем просто посмотрим. Исследуем, так сказать, этот корабль. Мне кажется, надо было лучше поверху его, точнее, внутри его исследовать. Ну да ладно. Ну давай, ну. Саймон, закрывай за мной дверь. О, так, сохранение. Отлично. И после сохранения... Все, мы прошли. Найдем целую капсулу. Чё? Кровать. Это же кровать. Приходим. Ладно, давай найдем эту капсулу. Так, еще одно сохранение. О, тут уже все тут это. Тут все заросло, блин. Ну, конечно, корабль только под водой провалялся. О, я правду сказал. Я что-то слышу. Что происходит? Горит, все горит, пламя
Достать до жизни. Есть признаки? В смысле? Ой. Тихо. Дух, подожди, стой. Давай поговорим с тобой адекватно. Мне хочется узнать, кто ты. Почему? Мне не хочется. Отстань, все. Отстань. Классно. Меня пытается напугать какой-то черт, серьезно. Ушел? Что тебе от меня нужно? Что тебе? Небо все черно от дыма. Океан темен. Невероятно темен. На расстоянии видна земля. Судно по навигации это Лиссабон и берег Португалии. Я просто не пойму одну вещь. Да кто ты, что тебе? Блин, я не могу читать-то. Он меня пытается как-то напугать, но я не знаю, кто это, что это, зачем. Я вообще не понимаю, что происходит. Отстань. Ты где? Только не говори, что я открою дверь, а там этот чертило будет стоять. Просто вот, блин. Серьезно. Блин, друг, отстань. Ну, если ты был бы у меня другом, я тебя так не называл, но... Что тебе от меня нужно просто? Отвали! Мне серьезно, мне непонятно. Я просто не понимаю, зачем он за мной ходит, кто это мой дух, это мой кошмар, это я не знаю, блин. Тут завалено, я в ловушке, классно. Классно, я в ловушке, ребята. Мы убегаем от какого-то непонятного чертилы. Что-то открывается. Отвали. Ну не надо, ну пожалуйста, ну. Ну отстань, ну. Ну блин. Ну меня бесит, ребят. Да дай ты мне пройти сюда, ну ты достал меня. Ну ты достал меня, ну что ты делаешь вообще, ну. Козлина, блин. Колесница есть? Ты крутанул меня? Так, понятно. Давай, друг, полезь. Полезь по лестнице. Надеюсь, этот дебил не умеет лазить за мной. Так, а можно закрыть как-то эту крышку, чтобы он до меня не добрался? Так, здесь прошло сохранение. Это хорошо. Так, инструменты... Так, а куда нам? Секунду. Может быть, нам сюда? Можно. Блин, у меня все в 3D-шное. Это вообще не круто. Я иду куда наугад. Вот, Катя. Катя. А, что? Что? О, вы смогли. Так-то лучше. Посмотрим, что у нас получится с этой штукой. Давай. Подождите. Капсула блокирована предохранительными замками. Вы шутите? Ситуация чрезвычайно некуда. Корабль на дне моря. Загляните в машинное отделение. Посмотрите, что можно сделать. Может быть, тут чудовище. Как? Какое-то, которое... Тем более надо торопиться. Что? Да ладно, вы же опытом уже. Близко не подходите. Вот черт. Нам отсюда надо. Знаю. Я иду. Так, ну я как бы не хочу оттуда уходить.
А чё, надо? Что-то стабилизирует корабль. Надо дать ему понять, что здесь авария. Я понял. Ну что, поехали? Пусть меня это чудовище убьет нафиг просто. А где это машинное отделение, Катюха? Налево, ну. Вот я одного не пойму. Где он? Мужик, ты где? Ой, друг, беги. Да хватит меня бить. Что это было? Вы умерли. Да ладно. Да ладно, я умер. Серьезно. Просто я умер. Из-за какого-то чертилы, блин. Прикольно. Где может быть находиться это машинное отделение? Просто. Примерно. Я в кораблях как бы вообще не шарю. Так, ну это тубзик, отлично. Так, только не говорите, что мне надо будет спускаться туда, на первый этаж. По идее, машинное отделение где-то должно быть, ну, недалеко. Понятно. Ты прыгать у нас не умеешь. Но! Так, там тузик. Куда мне надо идти? Я этого не понимаю. Там у нас Катюха. Наша подружайка. Сейчас этот черт откуда-нибудь вылезет. Вот только откуда? Штаны. Так. Понятно, что нельзя на этого чертика смотреть. Не надо вообще ничего с ним делать. Но как мне найти машинное отделение без какой-либо карты корабля? Здесь он не умеет открывать двери. Так, он как-то через туалет пройти? Или нет? Ну, я знаю, где он. Хорошо. Так, понятно. Закрывать дверь. Закрой дверь. Если поворачиваюсь, он сзади меня такой. Бу. Страшно, малец. Я такой. Естественно, дяденька страшно. Да как? Подождите, стоп. Он умеет открывать двери. Вот это наша самая главная проблема. Команда, внимание. Так, я нашел, короче, это место. Вот. Стой, тихо. Стой, лечилка, быстро. Вылечись. Давай. Есть. Так, отлично. Кажется, надо наверх. Нет, подожди, стоп. Так, вот где-то здесь, вот он. Где-то здесь командный центр. Вот он, тут, нет. Где? Здесь, вот, что-то я видел, подожди. Так, это ваш капитан, говорит ваш капитан. Это понятное дело, что ты капитан мне говоришь. Давай закроем дверь. Здесь есть дверь. Не надо, я знаю, что он умеет. Открывать двери, но... Так, нам надо... Так, стоп. Что-то... Это, наверное, ракушки подбирать, ракушечки. Так, стоп. Ну, друг, ты, может быть... Блин. Мы нашли, как бы, этот мостик капитанский. Команда, внимание. Последняя попытка остановить комету. Что там с кометой связано?
Ну мы вот они, вот, мы здесь. Подожди, ты можешь открыть дверь? Чувак, ну блин, ну не надо, ну вот серьезно, ну. Ты сейчас мне погоды как бы, блин, не делаешь то, что ты мне пытаешь. Ты меня наоборот бесишь. Я все понимаю, это типа как скримера, что ли, ходячего за мной. Ну блин, ну, чувак, это не прикольно. Не так уж. Блин, отстань. О, ну да, конечно. Давай еще вылези откуда-нибудь. Ой, ты эту дверь, господи, да что ты такой? Подожди, а где он? Блин. Так, а как? Подожди, вот он мостик капитанский. А дальше что? Подожди. Где-то здесь, вот, блин, должна быть лестница наверх. А, вот здесь. Друг, да отстаньте от меня, ну! Да что? Да что ты делаешь, дурак, блин? Под водой Кюри в безопасности с командой. Чё, блин? Чё это было, блин? Что я ему сделал, блин? Серьезно, что-то тут пропало. Что я ему сделал не так, блин? Что с его жизнью просто, блин? Что, блин, просто происходит с его жизнью? Кюри, чё это такое, уйди. Блин, серьезно, этот чувак не дает нам просто покоя. Типа его все плохо, непонятно вообще, что происходит. Так, ну мы были, как я помню, наверху вроде, не? Так, а дальше? Ну, вот мы с вами... Вот, типа, мы... Что? Здесь ничего нет, к сожалению. Ладно. Нам надо поисследовать корабль, но с этим чертом мы ничего не можем сделать нормально. Он нас просто достает. Крюк. Может быть, я хожу, как бы ничего, что-то не замечаю. Это возможно, но, блин. Чувак, может, ты просто разгонишься? Опа! Смотрите-ка. Температура. Потом нам надо будет каким-то образом это мы включим. В смысле? Что это было? Warning. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! Друг, тихо, друг, уходим, отстань. Ну что это было? Что это было просто? Вы умерли. Да ладно. Я умер, да ладно. Просто. Умерли вы. Умерли вы. Просто умерли. Нет, живой, блин. Подожди, тут дверь можно закрыть? Хотя он их открывает, ну да ладно. Так, нам надо понять, если что, куда отступать. Сразу давайте дверь откроем. Потому что тот черт нам ее не даст открыть. Ладно, и давайте поехали, короче. Включаемся. Быстро, быстро.
быстро. В смысле, блин, ну что ты падаешь? Ну встань ты! Дурак, блин! Ай-яй-яй-яй, нам куда, нам куда, отстань. Так, 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 я не вижу, куда нам, тихо, тихо, он нас зажал, тихо, вот. Я вижу лестницу, да что ты делаешь, ну блин. Ну как ты это все делаешь, ну зачем, ну. Вы умерли, давай, 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 скажи, что вы умерли. Да, да, я знаю, что я умер, блин, просто. О, просто, блин, я не понимаю этого человечка, что ему надо от меня, блин. Когда он меня отстанет. Раздражает аж. Просто бесит. Так, все, ребятки. Так, все, я зашел. Вот давай отсюда. Чего так долго? Мне нужно выкатить всю воду, прежде чем мы сможем открыть. А побыстрее, нельзя. Да скоро уже. Я кое-как это прошел. Так. Все, отправляемся. Держись за что-нибудь. За что? Сядь, друг. Сядь куда-нибудь. Сядь. Так, ну чё, отправляемся, нет? Can you steer this thing? Starboard rudder is choking, but I can compensate. Правый руль, но может конвейер. Откуда вообще знаете, что мы движемся? Не волнуйся, я подключена к навигатору, мы идем на Тету, осталось несколько минут. Я уж так думал, мне конец. Похоже, что Нио не давала Кьюри прийти в непригодность, как она попала на корабль. Вы про черные щупальца машинного отделения? Я видел их на Эпсилоне. Что это? Это признак отказа нашего глобального искусственного интеллекта под названием НИУ. Глобального? Так у нас опасный противник? Нет, нет, все не так. ИИ не человек. Он не чувствует и не думает, как мы. Это больше похоже на опухоль. Что это было? А, ваш саботаж сработал лучше, чем мы. Приготовься к удару! Держись! Взрыв столкнул нас с плато. Что это значит? Если не попаду на дельту, нам конец. Что это было? Ну, понятно, короче. Просто так нам никто не дал бы уехать. И все так просто, как обычно бы это не было. Точнее, не бывает никогда все так просто, особенно хоррор. Спасательная команда Дельты получила уведомление. Оставайтесь на своих местах. Так, друг, просыпайся. Хватит спать. Очнись. Что происходит? Где я? Давай, 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 просыпайся, дружок. Ой-ой-ой. Давай, 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 вставай. Так, я ни хрена не вижу. Я этого никогда не забуду или что-то вроде того. Так, друг. Опа. Смотрите, наш подводный друг пришел. Нам на помощь, как я понимаю. Опа. О! Дружок, привет! Опа. О, привет, малыш. Не ожидал тебя снова увидеть. Так, где мы? Не волнуйся, Кэт. Я найду путь на Тету. Естественно, ты ее найдешь. А что с нашим кораблем-то? Так, тут прошла загрузка. Отлично. Да. И куда нам, непонятно. Хотя я понимаю то, что нам... Может быть, сюда? Давай сюда. Осмотримся, что у нас тут. Ну, мы можем себя вылечить. Но вроде с нами все в порядке. Что это вообще такое? Давай, ну. Саймон, давай, ну. Ты же можешь опустить этот рычажок. А, вот. Ответьте, Стракси. Вы меня слышите? Тета, слушайте. Акерс направляется на Тету. Пристройка Дельта Лунар. Есть сигнал, но... Стракси, это Камаребри. Акерс сошла с ума. Он опасен.
Страски. Простите, Дельта, звука все нет. Попробуйте вызвать с другой точки. Стракси, я могу попробовать отправить. У меня есть фото. Давайте вылечим себя на всякий пожарный. Оп. Так, все, мы вылечились. Может быть, теперь получится запустить? Ага, нет, походу это не получится сделать. Ладно, поехали. Поехали искать Тету. Как ты нам сказала, Кэтрин, там у нас было пару минут. Ну не фихилый такой маячок. Привет, дружок, пойдем. Так, стоп, а это что? Это Тета? Или что это такое? Что это такое? Это Дельта, что ли? Черепашка? Смотри, черепашка. Мило. Так, а куда мы вообще идем и что с нами? Точнее, куда вообще мы идем? Вдруг за нами летит, это хорошо. Но куда нам дальше идти? По лампочкам? И мы, может быть, придем к этой Тете? А может быть и нет. Но я вижу то, что здесь какие-то огни, что-то горит. Может быть, это и есть та самая Тета? Куда нам надо было попасть? Блин, FPS дико лагает, походу. Опа, смотрите. Опа. Что там? Выдолбим. Я хочу посмотреть, что это такое. Там вот я вижу враг. Спасибо. Хороший робот. Как она открывается у нас? Сейчас, дружочек. Подождешь здесь? А, здесь даже... Опа. Кто же? Вы видели? Да? Видели, как Аксерс им вводит эту хрень? Он меня сильно зацепил. Кажется, я только хуже сделал, когда вытянул. Я чувствую, как он вытекает. Вы его видите? Твою мать. Он на... Что-то там... Надо их предупредить. Ага, удачи. Радио на платформе не работает. Вы забыли? Может, пристройка Лумара работает? Должна. Вы видите, я уже не доберусь. Без шансов. Хватит, Эванс, надо их предупредить. Идем. Ага, Эванс не смог никого не вообще предупредить. Кресло, иди отсюда. Так, а что у нас тут? Так, просто исследуем маленькие такие пристройки. Вдруг вот мы узнали, что тут валяется Эванс. Крис Эванс. Ха! Но нет. Так, ладно, поехали дальше. Просто исследуем. Но приколюшка в том, что я не знаю, куда дальше идти нам. Потому что тут много всего, и как бы надо это все исследовать. Все, кстати, не отпускай. Подожди, робот. Ты меня не убьешь? А, нет, он меня не убьет. Отлично. Тут просто есть плохие роботы, а есть какие-то хорошие. О, что такое? Что такое? Подожди, как нам что-то попасть? Давай. Сигнала нет. Понял вас. А здесь что? Стоп. Что-то можно сделать было. Моей штукенцы. Приеду жопу. Так, давай. Сможешь?
А, тут просто кнопочку нажать. И что тут? Сейчас вода уйдет, мы посмотрим, что здесь. Отлично. Ну что, дверь откроется, нет? О мой бог. Карты, что тут такое открывать? Так, понятно. Страшновато. Так, от света мои глаза болят. Он говорит, что для того, чтобы узреть спасение, эта стекловидная плоть в моем черепе не нужна. Я с радостью вырежу их, не позволю искажать восприятие. Что-то там. Так, это я понял. Фотографии какие-то. Король. О, записка. Смотреть за тем, как Нио захватывает Дельту, волнующее занятие. Еще полгода назад меня бы это обеспокоило. Я бы поручил Гое и Ивану счистить эту черную кровь с машин. Теперь все же корочка словно дополняет. Я бы даже сказал, улучшает Дельту. Шахматы? Я не хочу играть в шахматы. Не хочу. Так, а здесь что написано? Так, мое отражение в черной крови нашего наблюдателя шепчет мне что-то, что я должен спасти их из этого ада. Дайте им выспаться. Закрыть их в тех же светлых снах, что видел я. Давай, ну. Так, понятно, что ничего не понятно. Я ничего не понял. Давай, дверь сама откроется по-любому. Так, отлично, друг наш нас тут ждет. Yeah. О, эй, вы можете помочь? Мне надо попасть на Тету. Можешь помочь мне? Эй, вы слышите меня? Не стой тут, это... Брэндон, ты корпус Карфагена перевез? Надо проверить. Чё? Сразу видно, когда Астрид не на платформе. Одни мужики остаются, и что мало. Чё? Так, понятно. Что ничего не понятно вообще, вот честно. Как мне попасть на эту Тету? Тут есть лестница. Или это нифига не лестница? Подождите, ну здесь же должна быть лестница. Как мне тогда попасть туда? Ну, вот эта лестница должна была быть. Серьезно. Просто что это за дичь? Кто-нибудь вообще понимает? Я не очень. Ну вот здесь вот сигнала нет. Так. Что-то мне вообще ничего не понятно. В общем, я что-то тут побегал, поискал. Так, доставка. Так, спутник, да, лямбду, что-то Катрин. Тету. Вот Катрин мне нужен, доставка, типа, на Тету. А эхо, что такое? Так, подождите. Антенна. Дельта. В смысле? А нам надо вот сюда, на Тету, то есть... То есть, да. Радио. Восстановление файла. Что-то мы сейчас будем слушать, скорее всего. Восстановлено два файла. Стракси? Стракси. Отлично, извините за беспорядок. Без системы позиционирования теряют маршруты. Так, Волчок сказал, что вы можете исправить все на своей стороне, но сейчас уже, наверное, не важно. Вы все придете? Нет, только я, Гоя и Кри. Аксес решил быть упрямым стариком. Ясно, до скорой встречи, Брэндон. Удачи.
Питер, вы меня слышите? Я вас слышу, Терри. То есть, мистер Акс. Я передумал, я хочу отправиться на Дету. Пусть Дельта спит. Ну конечно, если честно, я уже не ожидал вас услышать. Вы так давно не выходили на связь. Сейчас у нас есть несколько водолазов в Цепелине. Они осматривают лямбду. Я просто... Спасибо за предупреждение. Я их поблагодарю. Хорошо, тогда до встречи там. Ага, конечно, до встречи там. Блин. Да выйди ты. Давайте Цепелины посмотрим теперь. Эхо. Невозможно установить связь. Невозможно. Угу. Так, ладно. Тут у нас кто-то валяется. Бедный космонавт, астронавт. Жесть. Так, ну ладно. Скорее всего, нам куда-то сюда. Но это опять же не точно. Что с ними стало? Жопа. Так, ну я не понимаю, куда нам, честно говоря, друг за нами летает. Пойдем обратно в... Стоп, это что? А, это лампочка. Мы, возможно, что-то где-то пропустили. По-любому. Вот, прям вот... Дорога на... Дорога на это. О, что такое, смотрите. Может быть, мы тут были, конечно. Что-то у нас в окошках. Давайте посмотрим, что это за комната информационная. Вроде мы тут уже были. Как в нее попасть? А, да, мы в ней были, но давайте еще раз зайдем, может быть, что-то узнаем. Так, вот тут. Вот я, кстати, заметил, но прошел мимо этой кнопочки. Компьютер включился. Чё там? Так. Ремонт. Так, удаленный доступ запрещен. Что-то там администратор удаленный. Так, недопустимое. Пошел в жопу Акерс. Тут кого-то послал. А, вот, журнал доступа. Так, пошел в жопу. Сообщение. Черновик. Входящих 0, отправленных 0. Кому? Страксит это. Акер совсем головой поехал. Он развернул Цепелин обратно на Тету. Не пускай его на станцию. Отключи все нахрен. Невозможно, сообщение не отправлено. Понятно. Карта. А, вот, ну. То есть. Вот мы сейчас здесь. А Тета у нас где-то вот тут. Давай приблизим. Так, и... еще приблизить. Приблизить. Так, а где? Подождите. Ну вот нам, наверное, туда. Прямо. То есть, подожди. Выйди. Выйди, я сказал. Блин, не то сделал. Выйди. То есть нам вот туда. Сейчас мы, смотрите, сейчас мы выходим. Сейчас... Выходим и туда. Я прав? Вообще, я не знаю, может быть, это нормально совести даже без женщин? Чувак, без женщин мир вообще невозможен. Так, может быть, пойдем по этим рельсам? И мы дойдем до Тета? Как думаете? Нам надо дойти до следующего сохранения, чтобы не начинать все заново. Потому что я как-то не хочу. Может быть, что-то новенькое узнаем. Может, кто-то тут будет валяться. Так, что это такое? Да блин, давай, друг. Саймон, давай, ты же можешь запрыгнуть. Так, что это такое? Какие-то непонятные коробки, какой-то... Непонятный немножко транспорт, который, в принципе, он не доехал вот этим рельсом, шпалом.
Так, вот тут же мы были только что, я прав? Прав. Так, мы гуляем по рельсам, это, конечно, очень довольно-таки интересно, но мне все-таки непонятно, куда нам именно нужно. В плане тут вот... Да, классно, мы прошли по кругу. Кругляш, блин. Друг наш кругляш ходит за нами по пятам. Так, может быть здесь запрыгнуть? Ну, просто у меня нету объяснения, куда нам надо. Может быть куда-нибудь сюда? Друг. Или же нет? Или да. Так, ну это у нас дельта. И непонятно, где у нас... Наша всеми любимая теточка. Так, ну я не знаю, ребят, честно. Да, нам нужно. Так, короче, что-то у меня немножко запись прервалась. В общем, у меня есть идея, что мы можем с вами сделать. Есть просто такая догадка. Что я мог пропустить, в принципе. Тут у нас где-то был аппарат. Точнее, даже не аппарат, а... Так, то есть пойдем по этим штукам. Застрял. Да встань ты, хватит сидеть. В общем, там какой-то был аппарат. Ну, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Так, где-то он... Так, 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 ну давай, давай, друг. Я вообще просто немножко заблудился, где я. Когда пошел по этим рельсам, наверное, зря это сделал. О, что-то как-то, да. В общем, смотрите, сейчас. Я дойду, надеюсь, что я правильно приду. У нас здесь вот есть эта вот комната. Что-то контрольная комната. У нас где-то здесь была платформа. Ты что делаешь? Тут лестница есть. В общем, да, поехали. Просто идем как каким-то образом обратно к этим всем штукам, дрюкам. Вот здесь погуляем. Тут просто очень легко заблудиться. Вот в чем проблема. Тут просто очень легко заблудиться. Вот, ну, наверное, мы сюда идем, если я не ошибаюсь. Наш главный герой Саймон медленно ходит в этом костюме под водой, но это ничего как бы страшного. У нас тут где-то была, короче, вывеска Тета. Вот. Сейчас мы ее найдем. Вот, видите, 02. Значит, мы тут где-то уже недалеко. Какие-то роботы тут всякие. Живые. Да-да, жди дальше, Брэндон. Я видел, как ты что-то там. В общем, вот. Я про этот аппарат говорил. Сигнал отсутствует. Раз. Давайте включим. Отлично. Ты бы ей дал свою нагрузку, что? Что вообще, Брэд, всё, отстань, чувак. А. Так, двигаем это. Я же хочу забудь, Акерс. Чего, Акерс? В смысле, Акерс? Сигнала нет. Ищем, короче, сигнал. Они тут что-то болтают о своем. Так, понятно, давайте дальше искать. Другой какой-нибудь сигнал. Так, давай. Давайте, короче, знаете, что сделаем? Вот так вот сделаем. На желтую наведем. Попробуем все каналы. Должен же быть канал какой-нибудь, может быть, на этой штуке. К Тете.
По-любому должен быть. Вот. Связь установил. 49-й. 0-49. Бери. Так, и где-то у нас вот здесь вот. Вот, я его вижу вот отсюда. Так, давай, друг мой, разгонись, мы все просто быстро. Тут у нас, я обратил внимание вот на вот этой вот фигнюшке. Цепелины, вроде как, 0.49, вот. Эхо. Транспорт активен. Транспорт активен. Груз не задан. Не задан. Отлично, запросить транспорт. Вот. Цепелин уже в пути, надо торопиться. А куда торопиться? Куда он приедет? Кто-нибудь знает, не? Я, честно, я не понимаю, где он будет, куда он приедет. И где он? Так, где этот транспорт? Кто-нибудь видит его? Я не понял, где он. Зачем тебе на тету? Зачем быть мелкой рыбкой в большом рыбке? Чего? Что еще несешь? Подождите, а где? Попробуйте сказать, если я люблю свою работу. Чувак, мне плевать, что ты любишь, что ты не любишь. Я просто хочу понять, куда прибыл наш вот этот цепелин или что-то типа того. Транспорт, куда он прибыл? Пойдем по рельсам, наверное, где-то здесь он прибыл. Куда надо торопиться, непонятно. Фу, ну мы сейчас отправимся с вами на тету, и это уже, в принципе, неплохо. Так, куда же нам надо идти? Просто куда вот он прибыл? Кто-нибудь знает? Я, честно, даже догадаться не могу, куда он прибыл. Короче, я нашел этот аппарат. Вставляем сюда. Фу! Успокойтесь, мы в безопасности. Очень неудобно вот так включаться и отключаться. Где мы сейчас? Дельта, ну вы так сказали перед крушением. А, да, конечно. Это цепелин? Логично назвать, как думаете. Довезет нас до тета? Это грузовой транспорт. Их используют для перевозки грузов между станциями. Те, кто не влезает на шаттл, конечно, довезет. Да что он не работает? Давайте, давай. А управляющий чип, что он? Это же часть, он мне знать надо. Пришлось разбираться. Знаете, как работает? Надо разобрать новый чип. Не укажете мне направление? Думаю, проще взять чип из робота. Что? Стукнуть робота по голове, украсть у него чип? В ящике сказано, что там есть... Слушайте, я не хочу никого убить. Ты же просто робот, Саня. Так и мы тоже. Вроде как. Сейчас достану чип. Так, нам придется все-таки ударить робота. Прикольно. О. А какая где дубинка? Сейчас, секунду. А где, какая дубинка, в каком ящике? Никто вообще ничего не говорит, блин. Ну, стукнуть робота это понятное дело. Но где взять эту дубинку? Так, подожди, друг. Он даже нажимать ничего не хочет. В каком ящике? Какая дубинка? Как стукнуть? Непонятно. Где робот? Надеюсь, не моего кругляша стукать. Нет, надо найти другого какого-нибудь робота, который нафиг уже там никому не сдался. А, вот он. Привет, друг.
Ну давай, перепрыгнем. Блин. Nice как мне его? Эй, вы, об этом не беспокойся. Эй, вы меня слышите? Сделай что-нибудь полезное. Эй, вы, освободите мне место. А? Эй, вы меня слышите? Может, поможешь мне? Да, еще немного осталось. Так, понятно. Ладно, дорогие друзья, на этом мы с вами закончим. Без сохранения, потом, если что... А, тут можно сохранить и выйти. Отлично. Ну, в следующий раз мы с вами продолжим... Ой... Просто продолжим с вами играть. И уже найдем путь на Тету. Всем спасибо за просмотр данного видео. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.